Сегодня у нас 17 ноября. Мы приехали на свой огород, на дачу, убирать последний урожай. Это урожай редиски. Вот, как видите, выкопала я. И в теплице еще перцы стоят. Будем сегодня убирать. Вот она какая. Редиска огромная выросла. Смотрите, красный бык называется. И красная сосулька. Здесь три вида. Вот она сочная, такая хорошая редисочка. Отлично. И будем перекапывать. Теплица уже подготовлена к следующему сезону. Кому интересно посмотреть наш ролик, как мы делаем нашу почву плодородной. Есть такой ролик, как мы делаем почву плодородной нашей теплицы. Вот мы перекопали зараньше, обработали полностью и посеяли, а зиму здесь рожь. Там у нас уже тоже в той теплице посажена. Рожь уже взошла. Видно, может быть, вот она заметна. Посадили. А это сегодня посадили. Но у нас еще перцы. У нас еще в теплице, в другой вот перцы стоят. Корзинку я собрала. Вот, и еще висят перчики. Сейчас зайдем с другой стороны. Вот они. Зелень собрали. Перчики. Это вот перцы у меня очень хорошие. Я брала в магните перцы. Красные, оранжевые и желтые. Вот такие вот отличные перцы. Ну, еще пускай постоят. Может, они еще будут созреют. Пока срывать не буду, пока тепло еще. Вот. Зеленые. Вот эти в ладошку не умещаются. Вот он какой огромный перцы. Сломался перчик. Вот такие хороши. А, теплица малинка. Хорошие перцы в этом году уродили. Так что для пиццы нарезаем такими колечками, вот зеленую с красным, вот. И также разложим пакеты для заморозки. А теперь мы делаем нарезку вот такими кубиками. Вот это у нас перчик нарезанный, зеленый и красный. Здесь обязательно здесь петрушка, укроп. Здесь немножко кинзы есть. Вот такая у нас получилась смесь. Красивая для рассольника. Капуста розочки. Очень красиво. Это вот между яблоночкой поместилось. Вот. Это. Красавчики. Кустик. Кустик розочек. Нежные такие. Красавец. Будет до самых-самых морозов сидеть. Вот она. Разновидности какой бывает рад.